Ой, что поделать-то? Что тут в Инстаграме интересно? Так, в Инстаграме коронавирус, коронавирус, коронавирус и еще коронавирус. ВК у нас коронавирус, коронавирус, еще коронавирус. Всем привет, ребята! Сегодня будет коронавирусный влог. Он будет заключаться в том, что не будет ни в чем заключаться. Вот так вот примерно проходит коронавирус. Решил записать вот такой вот небольшой видосик, чтобы просто выходить с вами на связь, так как подписчики на канале растут, а видео не выходят, и это очень фигово. Лучше я буду что-то записывать, выходить с вами на связь, общаться, будем делиться новостями. И именно в этом влоге хочу попросить вас, напишите свое мнение, как вы относитесь к коронавирусу, что вы делаете, или вы, может, ничего не делаете, как жили, так и живете. Лично я просто пытаюсь не ходить там всякие в кинотеатры, в слишком людные места, в заведения какие-то. Могу пойти там в магазин, купить что-нибудь себе, там прогуляться. Там, где немного людей, мою руки, иногда вытираю телефон, если там после общественного транспорта. Кстати, в автобусы тоже пытаюсь не заходить, там все кашляют, что-то чихают. Напишите, как вы проводите коронавирусные будни и выходные. Очень будет интересно. Вот, например, последние несколько дней я просто провожу вот так, типа, CSGO с братом играю, там, PUBG, CS, во все игры, то, что у меня есть, там, Call of Duty недавно вышло. Уже все видели, что на прилавках нету ни гречки, там, ни риса, ни макарон, все раскупают. Давайте сейчас покажу, что происходит в Сочи, есть ли у нас такое или нет. Малой, пожелаешь мне удачи, я выживу, в магазин схожу. Да. Кстати, малой администратор вот этого вот сервера в CSGO, АВП Лего, заходите к нему. Малой, IP оставишь в описании? Да. Все, давай, красавчик. Кстати, ребят, сейчас я провожу розыгрыш. Вот такие два прогулочных билета разыгрываю от компании Роза Хутор. Вся подробная информация по первой ссылке в описании. Переходите на ролик, смотрите. Все очень легко. Сейчас участвует всего лишь около 15 человек, так что выиграть шанс есть просто у каждого. Все, вся остальная информация по первой ссылке в описании. Ребят, выхожу я в магазин и просто захотел сделать банни барспин. Это будет первый коронавирусный барспин. Еее! Чуть не сдох. Все, ребята, мы идем по улице, там, где гуляет коронавирус. Кстати, ребята, огромное спасибо вам за поддержку. Сейчас на канале уже 7253 подписчика. Сколько? Просто респект, ребята. 7253. Я тебе говорю, эти 2000 набрались за неделю, наверное. Ребята, кто еще не подписан, обязательно подписывайтесь, потому что как только пройдет сайт «Хрен с коронавирусом», мы будем врываться на BMX-ах, на квадроциклах, на мотоциклах, на всем, что угодно, все, что вам интересно. Кстати, скоро я выведу свои первые деньги с YouTube, это будет моя первая официальная зарплата. Эти деньги я отправлю не на какие-то гулянки там или на свои личные вещи. На эти деньги я починю питбайк, чтобы также записывать видео для вас, пилить с ним видосы, чтобы вам было интересно, потому что я знаю, что какой-то кусок моей аудитории, это именно любители мототехники, они всегда ждут, пишут, что там питбайк, как там питбайк, и, ребята, я вас обрадую, скоро он будет на ходу, надеюсь. Все, ребят, сейчас зайдем в одну из самых популярных сетей магазинов, это Магнит и Пятерочка. Сначала мы залетим в Магнит. Людей немного, паники нет, пока что все живое. Туалетная бумага на месте. Макарошки вроде есть. Мало чуть-чуть вот здесь. Но есть. Все, сейчас пойдем в Пятерочку. Там посмотрим, что да как. Тут тоже нету паники. Люди все спокойные, без масок. Так, сейчас начнем искать продукты. Так, тут много всего. Все макароны тут. Ну, мало. Вот рис есть, макароны. Короче, все на месте. Я вообще, меня этим не напугали. Вот самый лучший охранник взял меня, снял. Потому что я веду про коронавирус. Говорит, нельзя снимать в общественном месте, я говорю, что можно. Я не сказал, что нельзя снимать. Вот. Короче, сразу кипишные тут у нас Пятерочки на районе. Вот, смотрите, запомните. Как вас зовут? Вы представитель этого магазина, как неважно? Не считаем нужным, говорит. Короче, понятно. Короче, челик подходит. Я у него спросил, где гречка, говорит, нету гречки. Потом в итоге взял, начал меня просто снимать. Я ему объяснил то, что, например, я могу снимать для своей семьи или еще что-то. И он взял. И начал меня снимать. Короче, я не знаю. Вот, просто напишите свое мнение в комментариях. Он говорит, нельзя снимать, а потом начал меня снимать. Короче, вышли из Пятерочки, вот, купили себе сухарики. Все шло хорошо, пока этот охранник не подошел. Короче, он говорит то, что
видеосъемка там запрещена или откуда у вас там разрешение, что-то такое. Я говорю, я для себя снимаю, говорю, я себя снимаю. Потом он начал наезжать, смотрю камеру, достал свой телефон и начал меня снимать. Ну, снимаешь, снимаешь. Говорит, я это закину в сеть Пятерочки, туда-сюда, в группы, типа. Короче, если у меня будет резкий прирост подписчиков еще раз, то не удивляйтесь, это все Пятерочки на меня подписались. И потом он говорит, из-за таких, как вы, типа, вся вот эта паника. Я говорю, ты дурак, что ли, блядь? Я уже матерюсь на него, говорю. Ты говорю, что за хуйню несешь, типа? Я говорю, ты реально хуйню несешь, говорю. И ты откуда знаешь, что я делаю, блядь? Во-первых, я это могу снимать для себя. Я это могу потом при монтаже сделать вывод и не выложить это. Или еще что-то. Откуда ты просто, сука, знаешь? Я хотел показать людям, что у нас в Сочи нормальная ситуация, то, что нет этой фигни, как в Москве и в других городах, то, что у нас все нормально. Вот максимум, что не было гречки в Пятерочке. И что? И что с этого? Он пришел, начал, короче, наезжать. Короче, в общем, я хотел показать, что у нас все нормально, но этот придурок пришел и все испортил, и все. Короче, я не знаю, братан, если ты это видишь, реально, блядь, просто ты мудак. Малой вот тоже стоит в шоке, думает, что он несет, да, малой? Да. Он достал свой, не знаю, что у него, Huawei там какой-то, достал вот так и снимает меня там. Я на него смотрю, думаю, я ему говорю, типа, зачем ты это делаешь, говорю. У меня руки в карманах, камера, телефон, у меня все в карманах, GoPro в карманах, телефон в карманах. Я его не снимаю, говорю, давай, говорю, без камер поговорим, объясни. Мы с ним один раз поговорили, прошлись по магазину. Он второй раз подошел. Я потом уже включил камеру, вот он его показал, да? Потом он опять без камер подошел, уже и свою выключил, и я выключил. И мы с ним поговорили. Я чуть-чуть поматерился на него, потому что он реально херню делает. Короче, влог должен был быть не очень большим, но вот такой вот получился. Мудак в Пятерочке называться будет, наверное. Все, ребята, такие вот мудаки бывают. Всем спасибо за просмотр. Пишите комментарии, если вот так стоит выходить и влоги какие-то снимать. Держаться с вами на связи. Я сейчас пошел домой, пойду поиграю, не знаю, в игры, еще ничего не остается делать. Пойду или этот влог монтировать, или в игры играть. Всем спасибо, всем пока.